Всем привет, с вами Лена, и вы смотрите мой канал про ароматы, косметику и, короче, все вещи, приобретая которые, нам становится радостно. И сегодня я приготовила вам новую пятерочку рейтинга. Уверена, многие из вас очень счастливы от новых приобретений. И даже если на полочке стоит с десяток флаконов, плюс один новый точно не помешает. Порадовать себя – это прекрасное чувство. Именно поэтому я решила сделать для вас выпуск с хорошим настроением. Те, кто хмурится, срочно прощайтесь с негативом. К вам подкатил рейтинг топ-5 новинок в парфюмерии, которые поднимают настроение. Флакон в стиле дорого-богато, масштабно и нескромно, но внутри это яркое удовольствие носу. Персик на вечеринке с мандарином – просто аромат очень праздничный. Кажется, сейчас появится горка игристого. Это состояние затеял бренд Jimmy Choo с новинкой I Want Choo. Мне нравится этот бренд, когда хочу что-то яркое для вечеринки, праздника или просто для души, как раз ищу его у себя на полке. И хотя у Jimmy Choo есть красивые и базовые ароматы, все-таки, считаю, его фишкой являются его выразительные вечерние композиции. Жасмин, красная лилия и ваниль закрывают собой звучание аромата. А теперь про ощущения. База аромата – это хорошо, но какие эмоции и чувства возникают при использовании им? В финале аромата можно уловить дубовый мох, специю. Пока не разобралась, что это, но он в итоге получился не легкомысленный, а такой, знаете, зрелый. Словно тусовка уже не в обычном баре, а на крыше самого крутого небоскреба в Манхэттене. Ну, вы поняли, ощущение статусного праздника. Знаете, такой игристый, шипучий, действительно праздничный и относится к тем ароматам, текстура которых действительно такая волнообразная, такая пупырчатая, я не знаю, как это сказать, как это вам описать, но вот такая какая-то искорка радости в нем присутствует. И это значит, что он сразу такой, знаете, поднимающий настроение. Даже если вы встали утром, ну просто с не той ноги, попробуйте порадовать себя вот таким ароматом. Кстати, здесь очень прикольная штучка, его флакон не нужно вот так вот прям как-то вертеть, вот сюда нажимаете и все. Очень напоминает многие ароматы Jimmy Choo, то есть что-то подобное уже выходило, но здесь он, во-первых, новинка, всегда хочется что-то новенькое, правда? А во-вторых, просто аромат для красивого, статусного вечера в кругу друзей. В красивом платье, не обязательно открытом. Вот что вызывает, какие эмоции вызывает этот аромат. Прям вызывает у меня улыбку. Когда в аромате есть груша, мандарин, бергамот, такие легкомысленные, переходящие в лаванду, пион, жасмин, ждите праздника, такого женского, светлого, на лугу, в Провансе, ну или на берегу итальянского побережья. Хотя стоп, праздник должен быть всегда с вами. На мой взгляд, новинка от Guerlain, лицом которого стала Анджелина Джоли, очень легкий, флиртующий, благородный аромат. Какая красивая здесь лаванда. Он отлично поднимает настроение своей пудровостью в любой сезон. Guerlain всегда создавали композиции, от которых улыбка на лице и позитивное мышление. На темную сторону и меланхолию с этим брендом не попадешь. У аромата, в отличие от предшественников, очень такое, знаете, расслабленное состояние, и вы тоже станете частью этой волны спокойствия, гармонии, обоняния, обаяния. Девочки, ощущение такое, что вы блестите. То ли я сегодня выпила много кофе, и меня прям, знаете, вот так качает, но правда, аромат прям глазки блестят. Если у вас что-то там, какая-то черная полоса в жизни, умоляю, купите себе новый аромат, вдыхайте его, и это будет ароматерапия. Зачем там дышать над аромалампами, если можно себе сделать вот такой подарок? И спарклинг букет действительно светящийся, да, сияющий букет, игристый букет. Вот что это означает. Я решила во время съемки этого видео, что буду излучать именно этот аромат. Вот так.
Доказано, что цитрусовые помогают бороться с депрессией и вообще. Вот услышишь запах мандарин, и кажется детство, защищенность, тепло, уют и, конечно, радостное настроение. И вы знаете, я люблю мандарины, а вы? Так вот, самый интеллигентный бренд парфюмерии, лаборатория Ольфативо, тоже знает о силе цитрусовых. Новый аромат этого бренда меняет настроение в один миг. И он так и называется «Мандарина». И вы знаете, это мандарин, не который вы можете купить где-нибудь в супермаркете, даже в элитном. Это мандарин, который вырос на какой-то закрытой плантации. Он такой нишевый, древесный, статусный, я это уже говорила, и он очень красивый. Честно говоря, я очень люблю цитрусовые в ароматах, но такого качества звучания мандарина, такой, знаете, окраса такого, я, наверное, еще в жизни не видела. Поэтому советую вам обратить внимание. Аромат унисекс и будет очень приемлем, будет очень красивым базовым ароматом как на девушке, так и на мужчине. И это тоже может быть классным ароматом, который попадает в рубрику «Один на двоих». Слушайте, флакон опять собрал все мои отпечатки, его очень надо трепетно за ним ухаживать, чтобы он не оставлял ничего такого. Ну что, новинка от Gucci, вы готовы? Продолжаем наш рейтинг. От этого аромата у меня буквально сносит крышу. И он так мне понравился. Это сирень, ягоды, малина, персик. Вдалеке слышен жасмин, а дальше такой уверенный в себе тон в виде пачули амбры. Аромат, который вызывает приятные чувства и уверенно снимет стресс в рабочее время. Это новинка от Gucci, Gucci Guilty Eau de Toilette. Он просто леди на работе. Он идеален для заполнения рабочего пространства. Ведь и там тоже должно быть хорошее настроение, правда? Что же такого внутри этого флакона, чем он меня зацепил? Слушайте, я очень люблю бренд Gucci, но не все ароматы готовы вот так вот легко принять в свою коллекцию. Обычно мне нужно обдумать, ну, видите, сколько вокруг меня соблазнов. А этот флакон я записываю прям в хотелке. Только у меня будет возможность, я сразу же себе ее куплю, этот экземпляр. Знаете почему? Потому что здесь слышна сирень. Я ее обожаю в ароматах, обожаю этот цветок. И здесь она доминирует, солирует и как-то вытесняется. Ну, по крайней мере, то, что слышит мое обоняние, может быть, потому что я увидела, что в базе есть сирень, и, знаете, мое сознание уже начинает все остальное выталкивать. И такое может быть, но очень красивый, благородный, интеллигентный аромат. Я его вижу не вечерним, а таким базовым, и где-нибудь на работе, чтобы получать приятное удовольствие и во время рабочего стрессового дня. Аромат очень красивый. Бренд, аромат которого я часто презентую в своих видео. Очень люблю вам искать что-то не банальное. Так вот, Zarco Parfums и легкая пудровая, воздушная, как бабочка. Смесь, которая вылетает из косметички. И это композиция The Muse. И это какой-то очень сладкий, позитивный аромат, словно пудра из косметички. Когда вы, знаете, только открываете косметичку, вот там вот этот вот всех косметологических, из декоративной косметики ароматов, он выползает, и получается, что у вас есть ощущение, что вы в безопасности. Ну, потому что здесь еще есть такой фон аромата, чистоты, чистоплотность, какая-то, знаете, даже, наверное, вычурность, что-то в этом есть. В общем, аромат базовый, красивый. И я вам с удовольствием хочу его посоветовать, потому что он поднимает настроение своей простотой. На чем я там остановилась? Новинка от Zarco Parfums The Muse. Вообще, какой Zarco Parfums увидел свою музу? Какая-то муза, какая-то, знаете, из 20-х или 30-х. Мне кажется, что она сидела в какой-то гримерке, обмазалась вот этой пудрой. Но не скажу, что здесь есть что-то там, эффект старины. Просто эффект ощущения, что ты такая напудренная, готовая ко всему, но при этом такая чистенькая девочка. Вот это придает настроение, правда. Я не знаю, как это работает над моим подсознанием, но выбирая из просто десятков разных ароматов для этого выпуска, я для вас выбрала The Muse. Обязательно напишите, тестировали ли вы эту новинку и что вы думаете про этот аромат. Стоит ли он внимания?
Друзья мои, это был выпуск топ-5 ароматов, которые поднимают настроение. Это были не просто ароматы, это были новинки. То, что вот я прям нашла что-то новенькое. Хотелось вам сразу, чтобы вы чем-то вдохновились, на что-то обратили внимание. Возможно, уже в такое время года, когда хочется выглядеть получше, снять с себя какие-то шмотки тяжелые, хочется эмоций. Поэтому я думаю, что ароматы, эти эмоции в этом выпуске сегодня вам и подарили. Напишите, какой из этих ароматов моей пятерочки, моего рейтинга сегодня вам нравится больше всего. Что вы уже успели протестировать на себе? С удовольствием с вами пообщаюсь в комментариях. И, конечно, приглашаю подписаться на мой канал. Создаю для вас самые интересные видео. Поэтому будьте в моей команде зрителей, которые любят косметику, парфюмерию. И так далее. Ну что, до встречи в новых сюжетах. Пока!